Добрый вечер! Мы начинаем прямую трансляцию из Нижнекамска, города, который находится на левом берегу реки Камы, стадион «Нефтехимик». Здесь все готово к началу матча 7-го тура Мелбет первой лиги, в котором «Нефтехимик» примет на своем поле столичную родину. Дождливый Нижнекамск, плохая погода сегодня в республике Татарстан, около 10 градусов, ну и, как видим, проливной дождь. Что касается «Нефтехимика», то здесь также два изменения с игрой против «Торпедо». Эти изменения касаются правого фланга. Здесь Марат Сиддиков остается на скамейке запасных. Передача в штрафную. Туришев с левой ноги. И спасает свою команду Андрей Голубев. Шикарная атака. И здорово мяч обработал Максим Туришев. Справляется «Нефтехимик». Выдвигается вперед. Здорово. Классная передача, проникающая, прошла. Да, теперь Артем Котик будет пытаться обыграть один в один. Нет, шикарный перевод на Какоева. Какоев бьет и спасает сейчас, поставив голову, Артем Воропаев. Шикарно сыграл Котик. Казалось бы, пойдет в обыгрыш. Да, в итоге сыграл на правый полуфланг через Давида Какоева. А вот здесь ошибается Давид Какоев, хотя и передача на него была не самая удачная. Родина в атаке. Может быть, очень опасная передача, не самая удачная. Но вот удар, гол! 1-0, помог рикошет и забивает Максим Туришев. 1-0, Родина. Рикошет от того же Давида Какоева. И вонзил мяч под перекладину. Шикарно, Максим Туришев. 1-0, Родина. Олег Дмитриев. Удар по воротам. И парирует удар Андрей Голубев. И сейчас здорово. Гордюшенко прострел. Гол. Шик, блеск, красота. И забивает Иван Тимошенко с передачи Асимира Гордюшенко. Гордюшенко, Тимошенко равно гол. Вот простая аксиома. Родина 2-0. И еще к тому же в раздевалку. Вот появление Сиддикова вместо Котова. Гол! Гол! Пока мы тут смотрели на игроков «Нефтехимика» крупным планом, упаковал мяч в ворота Олег Дмитриев. Кто, если не он, да? 3-0! Родина! А смотрите-ка, это не Олег Дмитриев, это Сибирь Градишенко. Шикарный удар со штрафного. Давид Какоев. Здорово! И мяч не заходит в ворота, как будто бы, знаете, в игре мяч летит в створ, но нет. Неплохо. Самко, это пенальти. Кстати, не Самко это был, а Шельцов. Ну, конечно, фол на желтую. Какие вопросы, Данил Сагуткин. Смотрим. Амур Калмыков. Шикарный удар. Угадал по этому направлению мяча Андрей Голубев, но Калмыков очень сильно и в угол пробил. Так что здесь остается у Голубева только достать мяч из сетки. 4-0. Кахидзе в штрафную. Можно пробить. Какая позиция? Галака в пенальти. Ворота Родины. А Галаков заработал 11-метровый штрафной удар. Разбегается Базилюк с левой ноги. Хорошо положил. Да, сглазил я Родину, сказав о том, что они победу держали. Так, или что? Заново нужно исполнить. Базилюк, дубль 2. Базилюк! Забил по центру. 1-4. Забивает «Нефтехимик», оформляет гол престижа. Под Алексеем Городовым мяч пролетел, да? Как-то получается. Еще раз смотрим. Да, обидно. Был близок Городовой. Потому что выручить команду. Передача в штрафную площадь. Не успел замкнуть один из игроков «Нефтехимика». Олег Соколов дает свисток об окончании матча. 4-1. Итог матча. Родина с победой болельщиков этой команды. А болельщикам «Нефтехимика» не расстраиваться. Завершаем прямую трансляцию из Нижнекамска. Благодарю коллег за проделанную работу. Микрофон для вас. Словом, работал Вадим Азаренко. До свидания. Всего доброго. Счастливо.